Доброе утро! Сегодня 4 июля, и с вами Камила Хакимуллина. Вечером в Казани будет происходить много всего интересного. Например, к нам приедут замечательные гости, подробнее о которых вы узнаете прямо сейчас. Хибла Герзмава и Даниил Крамер. Народная артистка Российской Федерации и одна из самых востребованных оперных див в крупнейших театрах мира, Хибла не только яркая и эмоциональная певица, но и потрясающе талантливая актриса. Концертная программа с джазовым трио пианиста Даниила Крамера, опера «Джаз Блюз», станет одним из ярчайших событий этого лета. Не пропустите! Они видели небо, видели вместе, падали в воду. Зажигали гирлянды, тратили деньги, прятали слезы. Фестиваль болельщиков «Земфира», «Термейтс», «Муджус». В этот день для поклонников спорта и музыки выступят одни из самых значимых и уникальных артистов. Звезда российской электроники «Муджус», флагманы независимой сцены группы «Термейтс» и певица, не нуждающаяся в особых представлениях, «Земфира». Интересный вечер намечается, но не будем останавливаться, ведь впереди вас ждет еще пара интересных мероприятий. Смотрим! «Вызывали» – спектакль на татарском языке. Увлекательное событие этой комедии происходит в обыкновенной семье. Муж после возвращения из санатория ссорится с женой и уходит из дома. Та в отместку приглашает в гости знакомого мужчину. Но неожиданно возвращается супруг, а вслед за ним появляется девушка, с которой он познакомился во время отдыха. Ситуация комичная для зрителей, но не для тех, кто в нее попал. «Этномикс» в Казани. Программа включает в себя музыку разных континентов, стран, стилей в оригинальных обработках в жанре кроссовер. Европейские, американские, мексиканские, бразильские, азербайджанские мелодии, грузинские и армянские песнопения, русский и татарский фольклор, казачьи и цыганские песни и другие национальные мелодии. Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. До завтра и пока-пока!